Взял пузырек, чтобы сесть и врастить. Решил на закуску консервы купить. Выбор огромный. Сардина, ставрида, морепродукты разного вида. Шарю по полкам глазами кота, вдруг вижу банка с надписью «Жопа кита». Банку разглядываю около часа. Жопа, ну, по сути, самое мясо. В общем, решил я 3 банки купить, жопа китовой родню удивить. Если заужду толкой, видишь, надо было чудо какую. Те с сомнением там репу чесал, пока я консерву банку ножом открывал. Ну что, попробуем жопу кита? Вдруг что такое? А банка пуста. Открою вторую, точно такая. Третья тоже пустая. Тесть, улыбаясь, выпил 100 грамм. Блядь, самая дырка досталась.